Разрешите представиться, меня зовут Анатолий Парков. У меня нет ни кожистых крыльев, ни вампирских клыков. При занимаемой должности мне не сдались и даром. Подобного рода, знаете ли, пошлые аксессуары. Вице-президент Лукойла, это вам не хухры-мухры. Надо выглядеть солидно, без лишней мишуры. Все эти сатанинские приколы, сплошное ребячество. Сходство с реальным дьяволом тут отсутствует начисто. Настоящему демону-клоуном быть не пристало. Оставим маскарады звездам тяжелого металла. Я персонаж другого плана, существо высшего порядка. Мне не знакомы проблемы, нерешаемые взяткой. Мне неизвестны люди, чьи жизни важнее моих интересов. Меня не парит, что там обо мне напишет пресса. Если ты встал на пути моего Мерседеса, при любом раскладе ты виновник дорожно-транспортного замеса. Мерседес S666, прочь с пути, плебей, под колесами лезь. Жалкая чернь, трепещи на трассе Патриции. Мы опаздываем в ад, дорогу колесницы. Мерседес S666, прочь с пути, плебей, под колесами лезь. Жалкая чернь, трепещи на трассе Патриции. Мы опаздываем в ад, дорогу колесницы. Преисподней я буду вариться в соседнем котле с Евсюковым. Но сейчас я жив, здоров и по полной упакован. Застрахован на все 100 от происшествия любого. Помимо прочего, мы давно знакомы с Вовой. Обладаю умением изменять пространство и время. Выходит из строя разом все камеры наблюдения, если на них засняты улики моего преступления. И засуньте себе поглубже свое народное мнение. Людишки погалдят, погалдят и угомонятся. Моська лает, стон остается при чистой репутации. Я, признаться, уже и не помню толком, кто такие Вера Сидельникова и Александрина Ольга. Мерседес S666, прочь с пути, плебей, под колесами лезь. Жалкая чернь, трепещи на трассе Патриции. Мы опаздываем в ад, дорогу колесницы. Мерседес S666, прочь с пути, плебей, под колесами лезь. Жалкая чернь, трепещи на трассе Патриции. Мы опаздываем в ад, дорогу колесницы.